И сегодня же источник МВД Украины подтвердил, что среди участников войсковой операции есть иностранцы, которым сейчас спешно выдают украинские паспорта. Представитель ведомства рассказал РИА Новости, что глава МВД и СБУ еще во вторник отдали распоряжение миграционной службе срочно изготовить документы для 300 приезжих из Польши и стран Балтии. Эти люди, по данным источника агентства, уже участвуют в операциях в качестве полевых командиров и советников в составе армейских подразделений.